Три броска. Давай. А вдруг на халяву да попадешь? Во, смотри. Оп! Уже попал, уже два. У меня всегда все случайно. Все ясно. Мне ногти жалко, вы понимаете? Да, я понимаю. Почти что. Можно снизу. Вот да, почему? Из-под вот так. Из-под юбочки, как хотите. Так, два раза бросил. Три общекомандные. Еще два броска. Давай. Ты тянешь гондоны сегодня. Нет, следующий. Валера, я в тебя буду верить. Да я постараюсь. Постараемся. Пошел, три раза. Ну вы, наверное, в курсе, что задача мяч в кольцо попасть, а не вот так поводить. Ожидание, типа, реально, что просто... Ну, закрой! ...который играет в баскетбол 2. Еще ты не знаешь, кто играет. Ты не знаешь, кто играет. Надя, все. У нас постоянно вылеты были. А Надя, это не Мерлин. Нарушение правил. Надя, ты еще раз для одаренных. Мяч нужно попасть в кольцо. Приятно. Мы взялся в команду. Нет, вообще не. Надо попали в щит. Спас! Надя есть! Это не Надя, дуденький. Вот, хорош, спалил. Я считаю, что это фол, но по футбольным. Не трогайте, говорю, сетку, девчонки, ее не натянуть. Да мы не трогали, это мой, а не дома. И сейчас он дрогнул сетку, да? Кто почерик? Чуть-чуть, чуть-чуть. Легенькую даю. Она может играть больше. Да?
Хорош, Максим! Можно мне с этого ворота, пожалуйста? Назад! Ян, минута! Все, внимательно! Максим, это твой дрон! Разводим! Не забьете, в бассейн ходить не будет! Накрыли, не даем забить! Причем все. Давай, на него! А? Ну что ты делаешь? Пускай идет! Что? Спокойно! Ты у нас суперточный игрок! Дети, прессингуйте теперь все! Чувак, быстрее! Мам, давай! Выбей просто! Да просто выбей мяч! Молодец, мам! Хорош, мам! Марк! Выбей! Пошел! С тобой! Пас отдай! С тобой! Назад, Максим! Выбить! Построились! Все строимся! Команда «Время» за хорошую игру в физкульт! Ура! Команда «Время» за хорошую игру в физкульт! Ура! Со счетом 9-0 выиграли у команды оздоровительного лагеря «Волна». Я думаю, что это на самом деле здорово, и сейчас наших героев мы должны узнать лицо. Пожалуйста, ребята, которые вчера играли с «Волной», которые принесли нам эту приятную новость и победу, выходим сюда и получаем от Сергея Андреевича не только порицание, но и поощрение. Вот они, наши герои. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Я вас нахожу.
Оставляй! Давай, Кирилл, вперед! Сам не водись, потому что ничто не умею. Бей вперед! Лучше вести здоровый образ жизни, и тогда вы будете выигрывать и 9-0, и 7-1. А если вы против здорового образа жизни, то будете все время проигрывать.